всем привет! Вы на канале Надстроит. Если не подписаны, просьба, подпишитесь и прожмите колокольчик о всех уведомлениях. Солнышко светит, слепит, но это не может не радовать. Идет весна, очень приятно. У меня делается потихонечку зоогостиница. На бардак не обращайте внимания, сейчас изнутри все вынес. Обрезки всяческие, они еще понадобятся. Куда дальше, тоже покажу. Выглядит сейчас у меня вот так на стенах квикдек. Вот здесь вот можно все увидеть. Квикдек плюс дуб флагстав. Стены отделаны. Ну, вот здесь даже немножечко отделывается потолок. Сейчас я покажу, как происходит отделка. Ну, до начала давайте, как вы можете видеть, утеплено. Пароизоляция. Все швы проклеены скотчем. Здесь что хорошо, у нас пароизоляция, она используется 3-метровая, и стыков совсем мало, и скотча потребуется мало, так как скотч не дешевый. Давайте вот так стану, будет посветлее. Вот, и, ну, там в пределах 2500 моток, и сюда уходит один моток. В общем, один рулон, правильнее, наверное, так. А дальше, после пароизоляции у нас монтирована обрешетка, доска сухая, строганная. Вот, и уже дальше будет монтироваться, продолжать. Буду монтировать, получается, вот квикдек. Выглядит все красиво. Здесь по стенам можно сказать, что я фиксирую на саморезы. Можно было по цвету подобрать, но они и так неплохо подходят. Практически желтые вот саморезики, интересно смотрятся. Здесь у нас зоогостиница, здесь будут располагаться животные и, соответственно, выглядит все это очень красиво. Вот хозяева ходят, говорят, очень красиво получается, все хорошо, очень довольны. Вот можно было что-то и попроще, но задача была поставлена сделать все по красоте, чтобы хозяева, которые приводят сюда собак, посмотрели и сказали, да, очень красиво, очень хорошо и очень достойно, и были спокойны, что их животные находятся в хорошем помещении, в теплом. Забегая вперед, скажу, что здесь будет на полу смонтирован теплый пол. Но это уже будет в другом ролике. Так что подписывайтесь, следите обязательно. И также подпишитесь на мой телеграм-канал. Там все с пылу с жару в первую очередь публикуется именно туда. А потом уже монтируется ролик на YouTube. В общем, друзья, вам приятного просмотра. А я начинаю делать. Принес, отпилил лист, и сейчас уже его буду заносить и монтировать. Вот сейчас быстренько закрепил два листа. Выглядит это все вот так. Единый монолитный потолок. Единый монолитный. Вот все красиво. На что бы хотел обратить внимание ваше, что, допустим, при подборе самореза он не должен быть слишком длинным. Потому что если он будет слишком длинным, вы порвете пароизоляцию, и у вас там будут, назовем это, потери. Соответственно, у нас тут получается обрешеточка 20 плюс лист 12, соответственно, не длиннее 30 мм. Используем саморез.
Чем же хорошо монтировать данные плиты, тем более одному, у них есть шип и паз. Нужно немножко потрудиться, чтобы закрепить первый лист, а дальше уже мы просто последующие листы вставляем друг в друга, вот, крепим на один саморез, и лист полностью висит. Спокойно проходим по кругу, все прокручиваем, не переживая, что у нас лист упадет. На стенах все проще, поставили, он стоит, никуда не денется. Вот, а на потолке, я думаю, вы сами прекрасно понимаете, что нужно немножко попыхтеть. Вот, но вставили в шип и спокойно закручиваете. Это очень удобно. Вот так легко и непринужденно можно сделать отделку любого помещения одному, не спеша, в одни руки, как говорится, вернее, даже в две руки, вот, так как у нас их две. Вот такая красота у вас может получиться, если вы будете следовать инструкции, которую я вам дал. Друзья, пользуйтесь. А на этом мой выпуск подошел к концу. Хочу вам пожелать всего самого наилучшего, крепких и теплых домов, не болеть, не ловить всяческих вирусов. Вы были на канале Ренат Строит. Я Ренат. До встречи в новых выпусках. Пока-пока.